Я так и знала, что здесь тебя найду. Ты меня просто хорошо знаешь, сестренка. Нравится? Слушай, я вырасту, куплю такой и покатаю тебя. Обещаешь? Клянусь. Ну ладно, верю. Беги домой. Давай, давай, давай. Я скоро. Беги, беги! Где? Нина! Мы в гимназию опаздываем, мы скорее. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. А, забыла. А чего ты не ешь? Я готовлюсь к экзаменам, перестань. Фу, зануда. Мам, слышишь, что говорит? Мама слышит все. Вот, каждому, чтобы не забыли. У меня к вам огромная просьба. Сегодня, пожалуйста, после гимназии не задерживайтесь. У нас будут гости. Хочу, чтобы вы помогли накрыть на стол. А по какому поводу праздник? Ты что, у них же годовщина свадьбы. Салют. Спасибо, любимый. Люсенька, поздравляю. Как красиво. Дети, привет. Привет, пап. Дорогие родители, будьте счастливы и живите вместе еще 100 000 лет. Обещаем. Ура! Ура! Спасибо. Ой, хорошо. Нин, ты исправила оценку по-английскому? Нет, но я как раз сегодня собиралась этим заняться. Понятно. А ты что, опять ухо проколола? Я же просил. Нет, это было. Тебе показалось. Ну, а ну это... Пойдем, пойдем. Мы пойдем. Мы опаздываем. Пока. Пока-пока. Нин. Пока. Ну, и зачем ты так? Люсенька, она внучка самого Петровского. Да. А нам приходится краснеть из-за низкой успеваемости. Ну, как так? Володь. Вон он. Да вижу, не слепая. Нина. А? Мы сегодня после урока хотели пойти кофе выпить. Как ты? Я не могу, мне домой надо. А завтра? Не знаю. Привет. Привет. Выглядишь супер. Ты тоже. Эпоха возрождения, я тут ни на один вопрос не отвечу. Не знаю. Не гони, Петровский, ответишь. Да еще и круче всех. Кирилл. Как всегда. Держи. Скажи, ты уже был на новой выставке? На какой выставке? Ну, в Центре современного искусства. А, нет. Ну, я собираюсь пойти. Может, мы сходим завтра вместе? Я просто ничего не понимаю в живописи, и ты мог бы мне рассказать? Извини, но я предпочитаю смотреть на картины в одиночестве. Извини. Сюрприз. Да? Ух ты! Как красиво ты. Нравится? Я часто вспоминаю маму именно такой. И отца. Какие они здесь молодые, да? Я помню, как я обрадовалась, когда увидела эту фотографию. Ну, рисовать, конечно, по фото, ну, не то, что с натуры, но я старалась. Спасибо тебе. А у меня для тебя тоже сюрприз. Какой? Мне предложили лабораторию в Бостонском университете. И ты? Согласился. Ты же всегда мечтала пожить в Штатах. Ну, выдалась прекрасная возможность. Как-то все слишком счастливо складывается. Ты рада?
Конечно. Кто исправит допущенные Ниной ошибки? Я. Лариса к доске, а ты, Нина, присаживайся. Тебе над орфографией еще работать и работать. Не расстраивайся. Теперь все исправляем. Все. Молодец, Разина. Присаживайся. Разина, заучка. Так, тишина в классе. Так, ребята, не расходимся. Не расходимся. В начале урока мы все начали голосование за нашу старосту. У нас две главные претендентки. Это Нина Петровская и Лариса Разина. Прошу сдать ваши голоса. Так, оперативненько. Лариска, ну не реви. Подумаешь, староста класса. Да просто достала уже. Почему всегда она, всегда все ей? Выскочка. Чё? Вот ты не знаешь. Она же у нас блатная. Я первая в рейтинге гимназии. Я даже стипендию получаю имени ее дедушки. Поздравляем, ты будешь хорошей старостой. Успехов. Спасибо. Браво. Браво. Ты правда так сильно расстроилась? Ладно, хорошо, мне жаль. Тебе жаль? Ну, конечно. Чего ты врешь? Ладно, хочешь, ты будешь старостой класса? Да пошла ты знаешь куда? Со своим великим дедушкой и со своими богатыми папиками. Хочешь, я скажу тебе, почему тебя выбрали? Почему? Потому что каждый в классе хочет тебе подлизнуть. Угу, конечно. Внучка великого педагога и дочь великого ученого. Не дай же бог с ней не дружить, мажорка хренова. Ну хватит уже. Ты вообще замажься, черномазая. Нина! Что ты себе позволяешь? Ой, какая красота! Нравится? Конечно. Что тут? Ну вот, подглядывают. Ах вы, паразиты. Ай, дети. Мы с мамой прожили вместе уже 20 лет. И все эти 20 лет, каждый день я благодарил Бога, что она рядом. Вы знаете, мне повезло. Мне очень повезло. В мире нет женщины надежнее, умнее и красивее. Супруги. Мои Люды. Спасибо. Она подарила мне вас. Моих любимых детей, которыми я горжусь. И люблю больше жизни. А еще... Наша мама всегда верила в меня. И поддерживала меня в любой ситуации. Как бы тяжело ни было. Люсь. Да. Ну, мы же будем вместе до конца уже. Ну, ведь так... Конечно. Куда мы денемся? Спасибо тебе. Люблю тебя. За все. И вас тоже. И вас тоже. Да. Да, Юлия Павловна. Давай помогу. Походу, маме зауч звонит. Слушай, ты не переживай, я бы на твоем месте сделал бы так же. Вообще, Лариса дрянь. Я завтра же об этом ей скажу. Она еще умудряется заигрывать со мной. Невероятно. Слушай, надо было все рассказать родителям. Потом расскажем, не переживай.
Мне позвонила завуч школы. Нина, ты избила одноклассницу? А ничего, что она оскорбила мою лучшую подругу? Слушай, существуют другие способы. И я была уверена, что они тебе известны. Смотри на меня. Я вообще не представляю, как ты будешь учиться в Америке. С твоей успеваемостью и с этими вспышками агрессии. Девчонки, а да. Скоро уже? Гости собираются? Ну, нам еще одну минутку. У вас все в порядке? Мы идем, идем. Конечно, все хорошо. Угу. Значит так, в пятницу я пойду в школу, поговорю с завучем. Слава богу, что позвонили мне. Отцу ни слова. Поняла? Поняла. Хватит пить завтра и облачать урать. Да знаю, мать. Ну, еще 20 капель и хара. Пойду спать. Ну, тогда плесни мне немного. Ну, спаси нас, Господи, грешных и сохрани. Аминь. Ты есть не хочешь, что ли? Нет. А чё это мой сестрёныш весь такой не в духе? Обидел кто? А ты поможешь? Ну, чем смогу, помогу. Надо проучить одну овцу. Что твоя сестра меня вчера побила. Ты бы как-то повлиял на нее. А то она так плохо кончит. В курсе, правильно сделала. Не верю своим ушам. И это говорит Кирилл Петровский, гордость гимназии, лучший ученик выпускного класса. Значит, вы оба за насилие и агрессию? Да. Не смей трогать мою сестру, ты поняла? Ты поняла. Слышь, муфлон! Руки от нее убери. Что тебе надо? Нина! Нина! Говорят врачи. Еще никто не выходил. Как это случилось? Это все Лариса Разина, которую Нина толкнула. Кто кого толкнул? О чем ты говоришь? Володя, это сейчас не важно. Я тебе потом все объясню. Вы родители Нины Петровской? Да. Да. Что? Говорите скорее. Нам удалось стабилизировать ее состояние, но большая кровопотеря. Понадобится переливание крови. Я готов сдать кровь. И я? И я. Хорошо, ждите, вас позовут. Подождите, мы можем ее увидеть? К сожалению, пока нет. Это дебил. Придурок просто. Что ж ты наделал-то?
Ты сама просила. Я не просила ее убивать. Я и не убивал. Не дрейф, ну что? Выживет она. А если нет? Что ж теперь со мной будет? Из гимназии выпрутый, вообще вся жизнь к чертям собачьим полетит. А со мной что? Мне теперь что, вторая ходка обеспечена? Раньше надо было думать. Раньше. Давай, ты же у нас мозговитая, вот ты и думай. Что делать-то будем? Ну, остался только один выход. Я уничтожу их обоих. Эту девицу, ее брата. Как ты говоришь, ее зовут? Лариса Разина? Да. Я никогда не видел ее. Даже не знал, что она получает именно стипендию твоего деда. Вот так прикорми ворона и выклюй тебе глаза. Я сегодня же поеду в полицию и напишу заявление на эту семейку. Кстати, почему ты это сразу не сделал? Почему не вызвал полицию? Папа, она лежала как неживая. Я просто растерялся. Ладно. Я понимаю, прости. Пап, это он? Мужики, понимаю, он злится на меня и все такое, но это, походу, несчастный случай был, ну, я не хотел. Так что, может, мы как-то по-хорошему договоримся? Ни о чем мы с тобой не договоримся. Не договоримся. Володя, Кирилл, быстрее! Нас ждет врач. Видите ли, тут такое дело. Большая проблема. Ваша кровь ей не подходит. Как это? Ну, у вас всех первая группа, а у вашей дочери третья. Вы уверены? Абсолютно. Вот результаты анализа. Смотрите сами. Люся, что с тобой? Ну, это... Если что, у меня третья. Ну, группа крови. Ну, за чего стоим? Пойдемте сделаем анализ на совместимость. Ну, идем. А кровь этого Коль? Врач сказал, что она подошла, как будто они родственники. Ладно, поехали. Владимир Иванович, я к вам. Нужно поговорить.
Присаживайтесь. Я пришла, чтобы попросить у вас прощения. Пожалуйста, не заявляйте на нас в полицию. Мой брат, он не виноват. Мы этого не хотели. Это случайно получилось. Пожалуйста, не заявляйте в полицию. Я вас очень прошу. Это все? Все. Мы услышали тебя, Лариса. Это Иван Петровский, который основал нашу гимназию? А рядом с ним это его жена, да? Это бабушка. Нина Кирилла. Тебя уже, наверное, заждались дома, да? Да. Да. Тоже заметила. Это девочка и моя мать одно лицо. С меня на сегодня хватит. Я устала. А что-то, Ташка, говорят, если бьет, значит любит. Да. Я приложи холодненько. О, сынок, садись, покушай. А что такое смурной, а? Да ничего. Ну, во что-то вляпался. А давай, признавайся. А ты, Анима, пьешь он, пей. А Ларка где шастает? Да не знаю. Повезло тебе, Зинуля, что у тебя детей нет. Может, ты права. С одной стороны... Мозг никто не ел, а с другой. Наташка же одна. Я же одна, как луна на небе. Я всем одна. Ну, давай. За нас. Красивый. О, явилась, не запылилась. Идем. Ну, что там? Они заяву на меня катать будут или нет? Да пока непонятно. Вот же, блин, суки. Я еще их малую спас. В смысле? Ну, в прямом, там что-то кровь родаков не подошла по группе. А моя закатила, как родная. А какая группа? Ну, третья, как у меня. Да нету ее родителей. А, ну, что, врач, кажется, говорил, что первая. У меня первая. Ну, что? Да ладно. Чудо, ладно, мне что делать? Мы с Ниной родились в один день. Поздравляю. Не могу поверить, ты понимаешь, что это значит? Да ничего это не значит. Осторожнее, пожалуйста, осторожно. Спасибо. Спасибо. Тебе удобно, дочечка? Угу. А у нас хорошие новости. Да? Доктор сказал, можно есть. И чем больше, тем лучше. Чего хочешь? Может быть, куриный супчик? Или котлетки? Котлетки, а не куриный супчик. Нет, лучше котлетки. Давай. Все, будь умницей. Пока-пока. Ты тоже. Аккуратно. Смотрите. Угу. Пока-пока.
Володь, отвезешь меня в гимназию, хорошо? Зачем? Ну, нужно поговорить с дирекцией. Люсь, не надо. В конце концов, Коля помог нам, и они попросили прощения. Ну, еще бы. Для того, чтобы спасти свою шкуру. Ты, девица, не место среди приличных детей. Ну что, что еще, что? Люсь. Почему Лариса так похожа на мою мать? Ты посмотри одно лицо. Почему она отличница? Как Кирилл, как мы все. Они находят в середнячках. И то с трудом. Ладно, не будем об этом. Только обещай мне, что ты не будешь устраивать скандал. Обещай мне, я прошу тебя. Хорошо. Тогда я попрошу тебя. Не ковыряйся в прошлом. Ты тоже полагаешь, что Лариса... Володь. Пожалуйста. Не задавай лишних вопросов, хорошо? Пойдем. Поедем уже. Скоро поедем. Собирайся. Спасибо вам за все, Лев Борисович. Прям не знаю, что мы без вас делали, честное слово. Я только помогал. Всю остальную работу проделала Нина. Ну и, конечно, вы. Вся ваша семья. И в первую очередь Кирилл, который за ней приглядывал. Ну что, вот вам медицинская карта. Замечательно у вас дети. Знаете, это хорошо, когда брат и сестра любят друг друга. Давайте. Спасибо огромное. Так, ну что? Не болейте. Спасибо. Все собрала. Ну давай, пойдем уже скорее. Да. Что так? Ну я же не хотела. Ничего не забыли? Ничего, да. Чтобы, не дай бог, не вернуться, а все. Все взяли, пошли. Фух. Закрывай глаза. Поздравление, Петровская. Ты так похорошела после больницы. Такая стройная. А что вы мне не сказали? Да. Вот так. Так. Надо их кормить. Решили сделать тебе сюрприз. Мне голодная. Люся, зачем?
чтобы у одноклассников Нины не возникло никаких подозрений. Значит, ты тоже понимаешь, что... Ну, Ларисы здесь нет. И прекрасно. И нечего ей делать в нашем доме. Мне нужно порезать пироги. Поможешь, да? Ну, чего вы стоите? Садитесь уже, давайте. Я здесь. Нина. Можно? Ну, как хочешь. Я пришла попросить прощения. И сказать спасибо твоим родным за то, что они не стали раздувать скандал из-за этой истории. В гимназии думают, что это был несчастный случай. Ладно. Будем считать, что это был несчастный случай. Перед Машей ты извинилась? Извини. Я вела себя как свинья. Все сказал. Теперь уходи. Людмила Максимовна, мне нужно с вами поговорить. Наедине. Прямо сейчас. Прошу. Дверь закрыта. Людмила Максимовна, в какой больнице родилась Нина? Мама говорит, я родилась в 7-м роддоме. Нина ведь тоже, да? И мы обе с ней родились 4 ноября. А еще у нас с вами совпадает группа крови. И с Владимиром Ивановичем тоже. Я знаю, мне Коля рассказал. И этот портрет, я когда его увидела, то сразу поняла, что... К чему ты клонишь? Получается, что это я ваша дочь, а не Нина. Нет. Нет, не получается. У Нины своя семья, у тебя своя. Значит, вы меня не принимаете? Борис, послушай меня, я буду с тобой откровенна. Ты мне не нравишься. Ты мне неприятна. Я хочу, чтобы ты немедленно покинула этот дом. И больше никогда сюда не возвращалась. Ну, а как же все факты? Вон. Вон. Иди вон. Пап, сдавайся. Ты все равно проиграешь. Вот, Маша профессионал. Она уже 7 лет занимается. Ни за что. Подаю. Оп, 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 оп. Все. Да не трогайте меня, я сама могу уйти. А ну, дети, поиграйте. Что случилось? Почему ты его вышвырнул? Потому что я не желаю ее видеть. И ничего не хочу о ней знать. Люся, бесполезно делать вид, что ничего не происходит. Мы должны разобраться во всем в первую очередь. В чем именно ты хочешь разобраться, Володь? Мы должны выяснить, родная нам Ларисы. Ты почему врываешься в дом вот так? А? Мамочка, ты чего? Я просто принесла грязную посуду. Умница. Спасибо. Спасибо. Иди гулять. Все нормально? А. Да, Ниночка. Все в порядке. Ну чё, Лёня? Давай конкретно по именам. Кого повязали? А, так... Барсука. Лысого и Лётчика. И Лётчика? Ну, да. А если они заговорят? Да не заговорят, не мзди, я...
пообещал компенсацию за молчание. Если кто-то из них пробазарится, я же вас всех на лоскуты порву. О, Лариска. Как жизнь? Привет, сестреныш. Пойдем, я тебя проведу. Я... Почему ты не спишь? Это нарушение прописанного врачом режима, нет? Кирилл, что происходит? Ты о чем? А? Такое ощущение, что пока лежала в больнице, что-то изменилось. Родители как-то странно себя ведут. Мама постоянно как-то на нервах взвинченная, а папа, наоборот, ругал меня все время, теперь такой нежный стал. Ну, может быть, они поссорились. Это плохо. А почему? Помириться, все нормально. Самое главное, что ты дома, и с тобой все в порядке. Подход нужно найти. А потом бабки можно хоть всю жизнь доить. Так что ты давай, приводи их сюда. Пусть они посмотрят, как мы живем. Какие мы бедные, что мать пьет. Глядишь, пожалеют тебя. Знаешь, а ты прав. Я хреново живу. Очень хреново. И мы бедные, мы просто нищие. И мать у меня алкоголичка. Сколько ты бухать еще будешь? Сколько мне еще жить с вами в этом дерьме? С братом-наркоманом и с мамой-алкашкой? Лара, ты чего? Сестреныш, ты чего? Ненавижу. Если бы ты только знал, как я вас всех ненавижу. Марк, ты чего завелась-то? Пошел ты! Коля, иди верни. Догони ее. Опа! На ловца и зверь бежит. Здорово, Разин. Вот и встретились мы с тобой. Спокойно, мужики, спокойно. Проходите, Людмила Максимовна. Спасибо. Рада вас видеть. Присаживайтесь. Спасибо. Как там Нина? Мы очень-очень соскучились. Хорошо. Завтра уже придет на занятие. Прекрасно. Я слушаю вас. Инцидент, из-за которого Нина оказалась в больнице, это не несчастный случай. Она пострадала по вине своей одноклассницы Ларисы Разиной. Как вы знаете, у них был конфликт, и она решила ей отомстить, натравив на нее своего брата. К
Кстати, он явно уголовник. Спасибо. Я сама верну в регистратуру. Петровская. Девочка 3500. Да. А как вы еще сказали фамилию? Разина. Ага. Разина. Девочка 3200. Были рождены и выписаны в один день. Так. Скажите, а вы давно здесь работаете акушером? 15 лет. 15 лет. А с подобного рода документами никогда не возникало путаницы за все это время? Нет, не возникало. Это исключено. Ладно. Спасибо. Извините. Лариса у нас на очень хорошем счету. Она первая в рейтинге гимназии. Проблем с плохим поведением никогда не было. Да, я знаю, что они конфликтовали, но это нормально. Мы поощряем здоровую конкуренцию. Юлия Павловна, это не конкуренция. Это преступление. У этой Разиной криминальные наклонности. Ну, хорошо. А почему же вы не обратились в полицию сразу после того, как это произошло? Я надеюсь, что вы не ставите под сомнение мои слова. Я требую, чтобы вы приняли меры. Отчислите ее из гимназии. Сегодня же. Но такие вопросы решаю не столько я. Вопрос об отчислении рассматривает директор и попечительский совет гимназии. Прекрасно. Ну, в таком случае я пойду прямо к Григорию Яковлевичу. Надеюсь, он у себя. Директор уехал в министерство. И да, будет лучше, если к нему обратиться лично Владимир Иванович. Ведь возглавляет совет он, а не вы. Спасибо. До свидания. Где ты была? Я чуть не рехнулась. Голька за тобой побежала, его уже под дверью полиция ждала, скрутили и увезли. Что он опять натворил? Твой Коля амфетамин варит. Что? Какой витамин? Наркотики, только не говори, что ты не знала. Ну а что же, если его на работу после отсидки не берут? Надо же парню как-то зарабатывать. Что он со мной на рынке имеет? Ой, надо в отделение сходить. Узнать, что и как. А где ты была всю ночь? Это не важно. Я спросила! У Дианы была. Сядь, мне нужно тебе кое-что важное сказать. Что? Сядь! Я не твоя дочь. Подождите! Не уезжайте. Я должна вам это сказать. Иначе меня совесть замучает. О, мои хорошие. Какие же вы чудесные. А у меня никогда не будет своего малыша. Поэтому муж меня бросил. И я осталась совсем одна. А, ты у нас Разина. У твоей мамки совсем нет молока. Но ничего. Я сейчас сделаю так, что другая мама тебя покормит.
чтобы справедливость восторжествовала. Ты подожди. Тебя покормят, моя девочка хорошая. Жди, все будет хорошо. Вы сообщили, куда следует? Я растерялась, я не знала, к кому обратиться. Тогда была сама всего лишь интерном. Я просто вернулась и поменяла бирочки обратно. Ну и думала, что все исправила. Она, видимо, вернулась и сделала то же самое. Похоже, ваши девочки так и остались перепутанными. Ты готова меня бросить, Лара, и меня, которую тебя вырастила, только потому, что у этих петровских денег больше. Мам. Ну, не из-за денег. Из-за того, что они могут мне дать. Я бы могла получить хорошее образование. Ты и так получишь. Ты же круглая отличница. Ты в любой институт поступишь. Ты не понимаешь, да? Я могла бы учиться за границей. За какой границей? С чего ты взяла, что они отправят тебя за границу? Ты же сама сказала, что они тебя не приняли. Я не хочу тут жить. Ни с вами, ни в этой стране. Я ведь всегда знала, что у меня другая судьба, и я не ошиблась. Я просто люблю, чтобы все было красиво, по-богатому, надежно. Кто же этого не любит? Да ты, мам. Тебе лишь бы выпить было. Все остальное тебя не волнует, а я так не хочу. Я хочу, чтобы у меня была хорошая карьера, чтобы я могла много зарабатывать, выйти замуж за красивого, обеспеченного мужчину. Как же так? Мам, ну ты пойми, если они меня примут, то я... Я и вам с Колей смогу помочь, слышишь? Тебя ведь многого не требуется. Просто поговори с ним, хорошо? Спасибо, мамочка. Пожалуйста. Спасибо. Нин, подожди меня, пожалуйста, в мастерской, хорошо? Пожалуйста. Ладно, секретики. Зачем ты ходил в роддом? Чтобы разобраться в сложившейся ситуации. А вот зачем ты пошла жаловаться на Ларису? Неужели ты не понимаешь, что это может обернуться против нас? А я не несу ответственности за ее поступки. Даже если я ее биологическая мать. Я не жила с ней. Я не воспитывала ее и не хочу этого делать в будущем. Мне она совершенно безразлична. Что? Ты подумал, что будет с Ниной, если она узнает? Родители, это к вам. Мама Ларисы Разиной. А, здравствуйте. Здрасте. Присаживайтесь, пожалуйста. Здрасте. Хотите чаю? Да. А можно руки помыть? Да, пожалуйста. Пожалуйста.
Сначала дочка, теперь вон мама. Смотри. А это тебя. Ты... Ты стал настоящим художником. Знаешь что? Что? Она будет со мной всю жизнь. Замри. Что? Не двигайся. Чего конкретно хочет Лариса? Переехать к вам. Жить здесь, в вашем доме. По какому праву? Юридически она нам никто. Подожди. Наталья, а вы бы отпустили Ларису к нам? Отпустила. Вы ее настоящие родители. Вы можете ее обеспечить. Мы не собираемся ее обеспечивать. Люся! Она у меня способная, умная. Круглая отличница. А со мной какое у нее будущее? Овощи на рынке продавать. А здесь ей будет хорошо, благополучно. И все у нее сложится. Нам с женой нужно подумать. Дело в том, что даже Нина еще пока об этом не знает. Конечно, конечно. Мы вас не торопим. Выходит, Нина моя дочь. Но она ко мне не захочет, понятное дело. Что? Что? Вы об этом даже не думайте! Очень красиво. Жалко, что я не унаследовала от мамы ее таланта к рисованию. Да и от папы я ничего не унаследовала. Сколько денег я вам должна для того, чтобы вы с вашей Ларисой отцепились от нас? Чего? Я спрашиваю, сколько денег конкретно? Сколько? Наталья, простите мою жену, она сейчас не в самом лучшем состоянии. Ничего, я понимаю. Володя! Ну что, взяла, что я просила? Зачем тебе расчески, что ты удумала? Пойдем. Что ты ей пообещал? Ничего. Я попросил за тебя прощения. То, что ты сказала, и отвратительно. Я защищаю нашу семью. А что делаешь ты? А я обо всем расскажу Нине. Да. Только посмей. Я подам на развод. Выбирай. Или Лариса, или я.
спасибо, что ничего не сказала Нине. Прости меня. Я была не в себе, ты же понимаешь. В разводе это все несерьезно. Так больше продолжаться не может. Иначе мы вправду разведемся. Мы должны договориться и прийти к какому-то решению, Люсь. Почему бы тебе не согласиться с тем, что предлагаю я? Но это же самый реальный выход. Жить так, как раньше. Тем более, что мы скоро уезжаем в Америку. Ну, кому нужны эти перемены? Ларисе, ты же видишь, как она борется за себя. Даже маму свою прислала к нам. Эта женщина в глубокой депрессии, явно пьющая. А Коля? Он же уголовник. Ты представляешь, в какой атмосфере живет эта девочка? Хотя, если честно, я и сам не уверен, смогу ли полюбить ее. Но помочь ей мы просто обязаны. Помочь — это совершенно другое дело. Я готова помочь и Ларисе, и ее семье всем, чем только могу. Ну, конечно. Ох, Титенька, ну, хороший. Так ну, вот видишь, я знала, что мы найдем компромисс. Вот и хорошо. Пойдем? Да. Пойдем. Лар, послушай, не делай так. Это все равно ничего не даст. Ты только наживешь себе неприятности. Лар, ну я боюсь за тебя. Они богатые, у них связи. Они тебя уничтожат. Посмотрим. Доброе утро. А где Лариса? Дома? Здрасте. Садитесь. Лара в гимназию ушла только что. Кошмар. Да. Я именно так себе все и представлял. Давай я с ней поговорю, хорошо? Садитесь. Вы по какому вопросу? Наталья. Я хотела бы извиниться за вчерашнее. Ладно. Мы сейчас все на нервах. Да. Мы с мужем очень переживаем о судьбе Ларисы и хотим ей помочь. Благополучие ребенка зависит от благополучия в семье, и мы решили ежемесячно выплачивать вам... Вот. Не надо, мы справляемся. Мы с Люсей не идиоты и прекрасно понимаем, как трудно вам живется. Не отказывайтесь. Да. Вы только не воспринимайте это как подачку. В конце концов, вы столько лет заботились о Ларисе, и мы просто хотим вам помочь. Сказать спасибо, отблагодарить. Ой, дети у меня сволочи, я их плохо воспитала. Колька в СИЗО сидит, а Ларка стерва. Ну зачем же так? Стерва, стерва. Вы знаете, что она придумала?
доказать всей гимназии, само собой, что она ваша дочь, и заставить вас ее принять. Теперь все ясно. Пойдем. Пойдем. Ларисочка, не плачь, дорогая. Я поговорю с Владимиром Ивановичем. Я обещаю тебе, ты слышишь? Юлия Павловна, пожалуйста, повлияйте как-то на них. Даже тест ДНК сходится. Скажите им, я их дочь родная все-таки. Дорогая. Я сразу поняла, что это Лариса дрянь. Злая, жадная, завистливая дрянь. Ее не интересует ни наша забота, ни любовь. Ей нужно только одно – деньги. Уже прет как танк и остановится ни перед чем. Если бы мы сразу поговорили с Ниной, этой ситуации вообще бы не было. Это мы во всем виноваты. Как знаешь, а я себя виновата не чувствую. Да. Проклинаю тот день, когда эта Лариса появилась в нашей жизни. Эту машину давным-давно надо было продать, я тебе говорила. Да ты что, это память об отце? Продать. Юлия Павловна. Не бери. Да уж, конечно. Не бери. Да. Владимир Иванович, пожалуйста, срочно явитесь к директору гимназии. Вы меня слышите? Срочно. Да-да, я слушаю. Лариса Разина принесла тест ДНК, доказывающий ваше родство. Девочка в полной истерике. Нина, я хочу тебе кое-что сообщить. Только хочу тебя сразу предупредить, что тебя это очень огорчит. Хотя нет, даже не огорчит. Ты будешь просто в шоке. Готова? Да, давай. Она готова. Итак, девочки, слушайте. Настоящая Петровская – это я, а не она. Это я, наследная принцесса. Врубаешься? Я не понимаю, о чем она говорит. Она не понимает, о чем я говорю. Ну хорошо, разъясним тогда детали. У меня такая же группа крови, как у всех петровских. Первая. У тебя, Нинка, третья. Это раз. Мы с матерью Владимира Ивановича похожи, как две капли воды. Это второе. Мы с Ниной родились в один и тот же день. И в одном и том же роддоме. И, наконец, последнее. Результаты анализов ДНК, которые один в один доказывают, что я дочь Владимира Ивановича Петровского. Будь здорова. Спасибо. Правда. Была Лариса Разина, девочка в совершенно ужасном эмоциональном состоянии, она деморализована. И у нее есть неоспоримые доказательства того, что она ваша дочь. Тест ДНК? Именно. А вы отказываетесь с ней общаться. Это разве по-человечески?
Она специально устроила этот спектакль для того, чтобы попасть в нашу семью. У нее на нас большие планы. Но теперь ясно, почему вы добивались ее исключения из гимназии. Очень похвально, что вы так беспокоитесь о судьбе Ларисы. Но о Нине вы совсем забыли. Моя жена опасалась, что Лариса обо всем расскажет Нине раньше времени. И не зря. Так и случилось. Потом она действительно организовала нападение на Нину. Это не был несчастный случай. Ее брат толкнул нашу девочку на осколок бутылки. Брат Нины? Да. Успокойся. Господи. Коля брат Нины. Послушайте, Григорий Яковлевич, мы встречались с матерью Ларисы. Мы предлагали ей материальную помощь. Мы готовы оплатить Ларисе образование и всесторонне поддерживать ее семью. Но все же, можно мы эту проблему решим в частном порядке, без привлечения общественности? Я бы рад, Владимир Иванович, но есть одно «но». Попечительский совет недоволен. Сами понимаете, разбираться, что к чему, вряд ли кто будет. А история темная. Именно такие истории и портят репутацию. Так. Ну, если попечительский совет решит, значит, я покину пост председателя. Ну, а что? Я теперь понимаю, почему я не похожа ни на маму, ни на папу, ни на тебя. Почему вы все такие умные, благородные, красивые, а я нет. Я не знаю, что ты чувствуешь. Правда, я даже представить себе не могу. У меня такое ощущение, как будто бы я в пропасть падаю. И мне очень страшно. Говори. Ты же знаешь, мне можно сказать все. Говори. Знаешь, что самое смешное? То, что я же не раз думала, что я вам не родная. Ну, как-то я постоянно отгоняла от себя эту мысль. И что теперь будет? Она поселится в моей комнате. Будет ездить с тобой в школу, будет завтракать с тобой. А ты будешь ее рисовать. Она же твоя настоящая сестра. Знаешь, я даже рад. Рад, что мы не брат и сестра. Класс, я надеюсь, все записали домашнее задание. Матвей записал? Смотри мне. А то скоро тест. Слушай, круто ты и врезала. Даже немножко жаль ее. Нечего ее жалеть. Она свой сладкий кусочек уже получила и схавала. Теперь моя очередь. Ну да. Слушай, а ты не заметила, как все сразу от нее к тебе переметнулись? Я в шоке. Ничего такого тут нет. Все любят сильных и богатых. А слабые и бедные никому нафиг не нужны. Согласна. Ладно, я пошла. Передавай подружке привет. Интересно, она завтра будет? Нина. Доченька. Доченька, ты слышишь? Подожди. Кирюша. Нина дома? Да. В комнате заперлась. Теперь она нас ненавидит. Не драматизируй. Просто ей нужно побыть одной. Она тебе что-нибудь говорила? Делилась с тобой? Она обижена на вас за то, что вы ей не рассказали. Ну и вообще, ты понимаешь, такой удар. Ничего, шок скоро пройдет.
Нам нужно подумать, как мы будем говорить, Люсь. Нужно продумать, что именно мы скажем ей, в какой форме. Поздно думать о форме. Володь, самое главное, она все узнала. Как будто это я пытался скрыть правду. Я, между прочим, предвидел эту ситуацию, Люся. Хорошо. Я пошла готовить ужин. Ниночка, доченька, пойдем ужинать. Открой, пожалуйста. Не упрямься, Нина. Давай поговорим. Мы как раз сегодня хотели тебе все рассказать. Доченька, с тобой все в порядке? Ты ничего с собой не сделала? Нет. По-моему, ей лучше побыть одной. Идем. Значит, ты все им рассказала? Да, все выложила. Какая ты у меня подлая. На все готова. Даже их грязью облить, лишь бы добиться своего. Как ты так можешь, Лара? Ты хочешь уйти из родного дома к совсем чужим людям. Эти люди мои родители. Ведь они тебя не знают и не любят. Как гадюка. Лишь бы дали то, что тебе приспичило. Прям змеей хочешь вползти в их жизнь. Но пойми, этого не будет. А после того, что ты устроила, так точно. Вот увидишь. Все будет так, как я хочу. Я бы на их месте. И что? Стыдно, Лара. Ой, как стыдно. Хлеву жить стыдно. И бедными быть стыдно. А бороться за нормальную жизнь не стыдно. Только тебе этого не понять. Все, я спать. Они добрые, эти петровские, не то что ты. Обещали помогать. Денег дали. Дали? Вот и радуйся. Сынка своего из тюряги вытащишь. Нина. Открой, пожалуйста. Ну ладно, не надо. Кирилл, ты еще здесь? Да. Что мне делать? Просто пережить. Как?
Получается, что я все свои 15 лет жила не своей жизнью. И то, что принадлежит... принадлежало мне, оно на самом деле Ларисыне. Ниночка, это глупо. Нет, это не глупо. У меня такое ощущение, что я ее обокрала. Как будто бы я забрала у нее то, что на самом деле мне не принадлежит. Ты ей хочешь вернуть это? Ну тогда отдай ей меня. Маму, папу. Или наш дом, сад. Это не моя мама. Ты не мой папа. И ты не мой брат. Понимаешь? Я оказалась у вас как бы случайно. Нин, ты не виновата в том, что тебя перепутали в роддоме с Лариской. А ты что, знаешь, что произошло? Да. Папа выяснил. Расскажешь? Три раза вставал, заходил к ней. Я слышал. Доброе утро. Доброе. Доброе. Давай завтракать. Давай. Нина еще спит? Не знаю. Я к ней не заходил. Ну, правильно сделала. Ей нужно набраться сил. Бедная моя девочка. Ниночка. А ты что, решила пойти на занятия? Ну да. Не бросать же мне учебу. Тем более сегодня в школе выставка, да? Поешь. Что, пап? Ничего. Конечно, гений. Угу. Да. Ты ему это скажи, а то мне не верит. Да скажу обязательно. Слушай, кого в этом году к нам на выставку пригласили? Профессор из французского культурного центра. Вон. Ну как вам, девчонки? Нравится? Угу. Ну ты вообще гений. Серьезно? Я знаю. Зашибись, он рисует, скажи. Это у нас семейная. Мама тоже почти профессиональная художница. Лар, мне кажется, ты немного того, поехала на этой теме. Они же тебя к себе домой не забрали. Это вопрос времени, Дианка. Заберут, не переживай. Вот твоя мама. Чего ты сюда приперлась? На закрытое мероприятие. Да я не на мероприятие. Мне директора позвонили. Сказали прийти. Насчет стипендии твоей на следующий год. Какого черта он тебе звонит? Кому же он будет звонить, как не мать? Ты мне не мама. Уходи отсюда. Пойдем, все. Thank you.
золотая ниточка. На папу похож. Он тоже в молодости был красавчиком. Вы не плачьте. Вам сейчас еще к директору идти. Да, не буду. А хотите, я вас подожду? А потом домой провожу. Комната у нас одна. Тесновато втроем. Ну ничего, жить можно. Коленька там на кухне спит. Можно? Проходи, Яночка. Это я с Ларочкой, ей тогда 3 года было. Видишь, диатез на клубнику начался. И щечки красненькие. А где муж ваш? Развелись? Он умер, Ниночка, когда я тобой беременная ходила. Простите, пожалуйста, я не знала. Ничего. Я на его похоронах и слезинки не проронила. Плохо жили. Ругались постоянно. Он пил по-черному и бил меня. Напьется и давай порядки наводить. Как это пьет? Беременную? И беременную тоже. Я из-за него и пить начала. Сначала по молодости, по наивности. Чтобы ему меньше оставалось. Думала, бросит. А потом и сама начала к бутылке прикладываться. Чтоб не видеть ничего. Ты все? Алло. Алло. Кто это? Дама. Коленька. Ну что, ты деньги собрала, мать? Пока нет, но я собираю. Ты там как, здоров? Ну, пока да. Ну, шевели поршнями, а то меня здесь сгноят. Шевелю, шевелю. Ты береги себя. Еще играем? Ну, давай сыграем. Коля. А где он сейчас? В СИЗО. Вы не расстраивайтесь, все же хорошо будет. Спасибо. Спасибо, Нюнечка. Ну, я, наверное, пойду. Да. Нина, постой. Ты этого не сделаешь. Послушай, я все решила. Я не могу поступить иначе. Нужно сказать родителям. Зачем? Они сами вечером все узнают. Лариса, можно тебя?
В общем, ты переезжаешь к нам, а я к тебе. Когда? Сегодня. Где Нина? Где твоя сестра? Кирилл, с ней все в порядке? Добрый день. Это что такое? Как ты сюда попала? Меня Нина прислала. В смысле? Где она? Она дома. Она у себя дома. Ты меня прости. Мне кажется, твоему Кольке вот там самое место. Что ты мелешь? Он там пропадет. Ты же знаешь, он у меня слабый. В детстве астмой болел. Хватит, сидел уже. Значит, мало сидел. Может, Лариска? Да не, у нее ключ есть. Ниночка? Здравствуйте. А что случилось? Ты что здесь? Я к вам. Жить. Да уж, это не раскладушка. Кто тебе разрешил сюда заходить? Да, так. Просто посмотреть. Вон отсюда. Вон! Да пожалуйста. Только все равно эта комната будет моей. Никогда. Скажите, а я могу это повесить на стенку? О, конечно. У нас вот сюда. У нас тут когда-то Мишка висел. Ой. Красиво. Это ты сама нарисовала? Нет. Это мой брат. Ну, то есть Кирилл Петровский. Красивый. Что это? Возьмите. Деньги. Вам нужнее. Откуда у тебя столько? Копила несколько лет. Это вы ее уговорили? Как вы посмели, Наталья? Пойдем. Пойдем, нам надо поговорить. Пойдем. Спрячьте. Пойдем. Ну, допустим, ты считаешь, что Лариса должна получить то, чего была несправедливо лишена. Хоть мне и трудно, я готова это принять. Пусть она поживет в нашем доме какое-то время. Это будет испытательным сроком и для нее, и для нас. Но почему при этом должна уходить ты?
потому что так правильно. Нина, я не понимаю. Ну, неужели ты хочешь жить в этом ужасном районе, в этой запущенной квартире? Мне неудобно об этом говорить. Но Наталья Васильевна пьет. У нее алкоголизм. Про твоего так называемого брата ты уже все поняла. Это криминальный тип. У него темное прошлое, темное будущее. Ниночка. Ну, мы же любим тебя. Ну, как мы можем тебя отдать? Ты понимаешь? Ну, я просто не смогу жить без тебя, Володя. Ну, скажи ты ей. Скажи. Мама права. Лучше, если ты будешь жить с нами. Ну, я же... Вы же знаете, где я... С кем я и... Мы будем видеть. Что значит видеть? Мы что-то? Твои знакомые или друзья? Мы твои родители, в конце концов! Посмотри на это с другой стороны. Лариса ее презирает. Колю... Вообще могут посадить в тюрьму. Ее муж, он умер, когда она была беременна мной. Мама, она одна. У нее вообще никого нет, и кроме меня ей никто не может помочь. Пожалуйста. Разрешите мне пожить с ней. Хотя бы до моего отъезда в Америку. Я никогда не видела такого одинокого человека. Добрый вечер. Я как раз приготовила ужин. Мясо по-французски, овощное сате и салат. Ну что ж, давайте ужинать, да? Салфетки забыла. Одну секунду. Я не буду это есть. Люся, перестань. Девочка старалась. Господи. Я не могу ее видеть. Люсенька, давай успокоимся. Ладно? Где Кирилл? Кирилл! Спускайся ужинать! Ну, попробуем? Она осталась там, да? Потом поговорим. Садитесь за стол. Приятного аппетита. Возвращением, сынок. Спасибо, мать. А ты чего не пьешь-то, а? Хорошая она девочка. Денег своих не пожалела, тебя от тюрьмы спасла. А ты хоть бы спасибо сказал. Ничего. Я очень благодарен.
Одно тебе плохо, Ниночка. Мимоза ты. В каком смысле мимоза? Нежная очень. А жизнь, она грубая. Как наждак перетрет и в порошок перебилит. Тут мать права. Знаете, вы тоже мимоза. Я? Да я терпим молод. Я хуже, я отбойный молоток. Ой, по дорогам я мотяк. Как заплачу, хреновый. Чули, может, будешь? Я чай. Ну, смотри. Вы просили вас разбудить. Ларка, ну, где это опять? Понятно. Опять насралась, да? Угу. Наташка, вставай! Вставай, говорю. Как тебя там? Давай, иди воды неси. Вставай, я тебе говорю. Наташа, вставай! Дайте поспать, ну. Господи, боже мой. Там грузовик яблок привезли. Я что это, сама буду разгружать, да? Ты же знаешь, ну, если мужиков просить, они же денег захотят. Мы ж по миру с тобой пойдем, наторговали. Меня Нина зовут. Да ладно, Нина. Да что? Да еще. Ну? Ленка. Давайте, наверное, я пойду. Ожидала, а я победила. Петровский, таки взяли меня к себе. Сейчас. Эй, что ты здесь делаешь? Тебя ищу. Почему в гимназию не пришла? А? Кстати, это мама Наташа тебя сдала. Давай, собирайся домой. Иди вечер твой. Нет, я не пойду домой. Пока я не продам все яблоки, я не могу никуда уйти. Почему? Это кто тебе сказал? Мама Наташа? Она вообще-то дома отдыхает. Вообще-то она не отдыхает, а плохо себя чувствует. О, плохо себя чувствует. Я даже знаю, почему.
У них вся квартира водкой пахнет. Хорошо устроили, что дочь ее, что она сволочь. Давай, собирайся. Что ж ты делаешь? Я ж только сложила. Дурачок. Я не могу никуда пойти. Потому что нам нужны деньги. Кому нам, Нина? Может быть, ей? Я не пойду никуда. Ладно. Оп. Ты что, тоже продавать будешь? Да! Подходим, покупаем вкусные свежие яблочки. Кирилл, теперь нужно в гимназию. Тебе нельзя нужно туда. Туда. Ничего страшного. Смотрите, какие яблоки. Покупайте, покупайте. О! Я никто не покупает. Видишь? А? Физический труд идет тебе на пользу. Угу. Смотри, дома никогда так не кушал. А мама же готовит вкуснее. Слушай, иди ты знаешь куда? В гимназию. Мама. Да, мам. С Ниной. В кафе. Она тебе привет передает, целует. Хорошо, передам. Пока. Угу. Спасибо, что ничего не сказала. Ну зачем? Последнее время она сама не своя. Танцую. Завтра занятия прогуливаем. Идем в американское посольство подавать документы. И тебе-то здесь поприлично. Причешись. Ну, и вот сними вот это вот. Все, 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 хорошо. Я попробую. Твоя вкуснее. Ну-ну. Вот и отлично. Все документы на месте. Угу. А медицинские справки донесем позже, да, с документами, Ларис. Что? Лариса тоже едет? Раз так сложились обстоятельства, мы должны взять ее с собой. Девочка, она способная. У нее все шансы поступить в хороший американский вуз. Думаю, это лучшее, что мы можем для нее сделать. Володя? Да. Это уже чересчур. Послушай меня, Люся. Ребенок – это не котенок. Угу. Мы не можем взять ее и вышвырнуть. Тем более, ты понимаешь прекрасно, мы уже ее приняли. Нет, мы ее не принимали. Это она нам навязалась. Тише, прошу тебя, она услышит. Очень хорошо, что услышит. Услышит? Я не согласна! В общем, так, Люся. Лариса летит с нами. Я рад, что и спустя 50 лет дело Ивана Петровского живо. И главная заслуга принадлежит вам, дети, нашим замечательным ученикам. Итак, аттестат об окончании 11 класса, аттестат зрелости вручается нашему золотому медалисту, нашей гордости и таланту, сдавшему экзамены досрочно, Кириллу Петровскому. Поздравляю, сынок. Свидетельство. Горжусь тобой. Об окончании 9 класса. Тише. Вручается Ларисе Разиной.
которая также сдала курс экстерном. О Ларисе мне хочется сказать отдельно. Лариса наша лучшая ученица гимназии, стипендиатка, эрудированная, волевая девочка, которая, несмотря на все неприятности и трудности, добилась потрясающе высоких результатов. Поздравляю! Спасибо. Так держать! Вот видишь, она же не на хвосте плетется. Ее просто завалили. Если бы не весь этот скандал, если бы ты по-прежнему оставался председателем опекунского совета. Не выдумывай, все справедливо. В конце концов, школьные оценки ничего не значат. Может и так. Но Гена тоже форточку не выбросишь. А сейчас все ученики младших классов... Володь! Тебе пора. Давай. Сейчас. Закончу с книгами и поеду. Так. Владимир Иванович, давайте я. А, спасибо тебе. Ты моя помощница. Что бы я без тебя делал? Действительно. Поторопись, пожалуйста. Самолет в 6 утра. Ниночке нужно как следует отдохнуть перед полетом. Кирюша взял все рисунки? Да, мам. Хорошо. Хорошо. Ниночка, ну все, папа едет за тобой, да? Что такое? Она не летит. Он такой, я же его не так воспитывала. Боже мой, ну за что мне все это? А тебе вещи собирать надо? Во сколько у тебя этот самолет? Так, давайте вызывать полицию. О, ты что, нельзя полицию? А что, а как можно? Он вас из дому выгнал, а вы его от тюрьмы отмазываете. Ну все, 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 все. Твои, смотри, приехали. Спокойно. Все нормально. Нина, что за фокусы? Что происходит? Почему вы на улице? Пожалуйста, не ругайтесь на Сколе из дома выгнал. Так. Пап. Ах ты, подонок. Ты что себе позволяешь, а? Володя! Я слушаю меня внимательно. Еще раз ты такое вытворишь. Пеняй на себя. Ты у меня сядешь в этот раз. Ты слышишь меня? И не важно, что я за границей. Я найду способ, чтобы тебя контролировать. Ты меня понял? Ты уяснил? Иди проспись. Прости. Иди проспись. Прости, мать, я по пьяни, ты знаешь, я пойду. Вечно ты так натворишь делово в дом, прости. Я сейчас, минуточку. Я сейчас вещи Ниночки соберу. Значит, ты не едешь? Не еду. Пап, мы с Ниной никуда не едем. Не понял. Да вы в своем уме оба вообще? Быстро в машину.
Как ты скажешь, так и будет. Ну? Кимочка. Кимочка. Давайте. Поезжай. Не порти себе жизнь. Я как-нибудь сама справлюсь. Я там рисунок сверху положила, чтобы он не помялся. А Лара, что, не захотела со мной прощаться? Я пытался ее уговорить, не вышло. Мне очень жаль. Я очень благодарен вам за Нину. Если что случится, сообщите. Все контакты вы знаете мои. Держитесь, Надежда. Снова плохо? Голова кружится. Температура поднялась на нервной почве. Давай найдем медпункт. Да не, ладно. Я потерплю. Поедем. Слушай, я первый раз вижу, что на кого-то так плохо действовал самолет. Ну, такая. Что тут поделаешь? Всего боюсь, все меня раздражает. Шум мотора, эти чужие разговоры. Еще этот ребенок так орал. Кирюш, так голова болит. Сейчас умру. Поехали в больницу. Да, давай. Да? Угу. Садись. Куда едем, молодежь? В ближайшую больницу. Хорошо, секундочку. Ну что ж, все будет хорошо. Ну, что это значит? Что со мной? Вам нужно ее поберечь. Побольше витаминов, овощи, фрукты, свежий воздух. Ну и, конечно, положительные эмоции. А в чем причина ее состояния? Это усталость. Нервный срыв, длительный перелет. Все-таки из Бостона сюда летели. Ну да. Так что, все, всего хорошего. Угу. Будьте здоровы. Спасибо. Кирюш. Ну? Я ему что-то не очень доверяю. Но что это за диагноз длительный перелет? Хочешь, поедем в другую клинику? Да ладно. Я же вижу, как ты от фотографии Нины не отрываешься. Давай ее сначала найдем, потом уже будем отдыхать. Хорошо? Собирайся. Ага. Волнуешься? Ну, а как ты думаешь? Я не видел ее 3 года. Даже не слышал. Кирюш. Что? Давай только недолго, ладно? Мне что-то так нехорошо, я очень хочу прилечь.
Ладно. Возвращайтесь. Так. Здравствуйте. Здрасте, простите, а что, разве они больше тут не живут, что ли? Нет, они переехали. Вы не подскажете, куда? Ну, вроде они в другой город собирались, но я так по разговорам слышала, но куда конкретно, я не знаю. Вот моя визитка, там номер телефона, если они появятся, сообщите, пожалуйста. Ну... Хорошо. Правда, это вряд ли. Всего доброго. Спасибо. А это что такое? Что? Что это? Бонсай. Что? Деревья такие. Японские. Нина их очень любила. Хочу в домик. Заходи. Здесь тоже бонсай. Угу. Кирюш, с этим хламом нужно что-то делать. Ну ничего, мы с тобой быстро здесь порядок наведем. Слава богу, Егоров аванс выплатил. Уже не надеялась, в этот раз сильно затянул. Чего ж он такой жлоб, этот твой Егоров? Эксплуататор. Угу. Ну что, мамочка, ты давай, наверное, иди отдыхай. Да. А я пока супчик сварю, тебя позову. Хорошо, точненько. Ниночка, тебе же на смену через час. Да. Ну так что ты суетишься, а? Ну зачем этот суп? Лучше бы отдохнула, у нас пельмени есть. Какие пельмени? Мы их уже третий день едим. Слушай, а где тут лук был?
Опять? Ты когда к психологу пойдешь? Я уже курс оплатила. Делать тебе нечего. Только деньги впустую тратишь. Сказала же брошу, значит брошу. Я им не верю. Она тебя ждет. Пожалуйста. Ради меня. Ну ладно. В пятницу. С пятницы начать можно? Можно. А ты пойдешь? Пойду. Кирюша, а где овощи? Ты забыл, что врач сказал? Завтра купим. Я просто успел заехать только в супермаркет. Но ты же у нас не любишь овощи из супермаркета. Поэтому... Ну да, ты прав. Там одна химия. Кирюш, нам надо определиться с планами. Я вот сейчас подробно прочитала про одну галерею. Она находится в центре. Очень симпатичное место. Мне кажется, надо брать. Ну, сходи, посмотри. Ну, так, может быть, вместе? Тебя же там картины выставлять. Ну, кто у нас менеджер? Ладно. И еще. А где мы будем праздновать помолвку? Кирюша, не хочу давить на тебя, но моя мама, ты же знаешь, просто она не дает мне покоя с этим вопросом. Где хочешь, мне все равно. Тебе все равно? Ну, я просто полагаюсь на твой вкус. Ну, я не местная. Ну, попроси у мамы, пусть она поможет. Кирилл. Что? Ничего. Ну, все. Не злись. Хорошо? Да. Пап, прости, пожалуйста, в пробке простоял. Это ты в Америке научился таким манерам? Ну, пап. У нас такой не приветствуется. Вот этот отель. Надеюсь, он научит тебя уму-разуму. Если будешь хорошо себя вести, отдам собственность. Ну, а пока управляй. Так, не свисти, денег не будет. Я просто думал, как-то побольше, там куча клиентов. Ты таким научишь управлять. Начинать надо с малого. Да, да, ты как всегда прав. Доброе утро, Алексей Валерьевич. Здрасте. Так, балбес, ты сюда работать приехал, а не на горничных пялиться. Она горничная? Как зовут? Не помню, Нина, кажется. А знаешь, я погорячился. Очень хороший отель, мне нравится. Казанова. Ладно, пойдем, покажу тебе тут все. Геннадий за нами. А вот там у нас теннисные корты, вон там бассейн. Ага. Привет. 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 Одевайся скорее. Марина сказала, наш новый босс уже здесь. Через 5 минут будем все в холле знакомиться с новым боссом. А я его, кажется, видела только что. Да?
И как он, прикольный? Не знаю. Я его не рассматривала. Это вы с Ниной, да? А где? Здесь. А, да, точно. Мне Лариса рассказывала, что это дом вашего дедушки. Лариса пришла в нашу семью намного позже, когда бабушка с дедушкой уже умерли. И никакого отношения к этому дому она не имеет. Понятно. А вообще здесь, конечно, хорошо. Прям рай для детей. Да. Кирюш, когда у нас с тобой будут дети, я хочу, чтобы эта комната... Оксан, зачем ты снова заводишь эту тему? А что я такого сказала? Почему ты так всегда реагируешь, когда я начинаю говорить о детях? Мне нужно побыть одному. Прости. Хорошо. Оставь. Если что, я в саду. Геннадий будет приезжать, контролировать тебя каждые 2 недели. А, нет. Каждую неделю. Да, Геннадий? Как скажете. Ну, если будут какие-то вопросы, трудности, сложности, звони в любое время. Да разберемся, пап. Я в тебя верю, сынок. Не подведи. Не переживай, я справлюсь. Лучше оттянись там на Кипре, как надо. Держи. Все будет окей. Как же хорошо, блин. Как в сказку попал. Так, это значит, у меня 3 желания. А первое у меня будет такое. Да, Дмитрий Алексеевич? Алло, Мариночка. А будьте добры, пришлите мне вашу удивительную горничную по имени Нина. Нину? Вы ее запомнили? А как же. Конечно, запомнил. Ну, в общем, пришлите. И пусть принесет с собой шампанское и свежие ягоды. Шампанское и свежие ягоды. Да, я поняла. Ага. Жду. Ягоды. Свежие. Кирюш, а я вот тут убираюсь. Зачем? Зачем ты это убрала? А? Ну, чтобы чисто было в доме. А-а-а. Что, нельзя? Да нет, можно, конечно, убирайся. Фотографию смотреть нельзя. Про детей разговаривать нельзя. Хлам выносить из дома нельзя. Молодец, Кирюш. Продолжай в том же духе.
Открыто, заходи. Это все или что-нибудь еще? Еще, еще. Ты присаживайся, я все расскажу. Что такое? Меня удивляет, что вы обращаетесь ко мне на «ты». Я горничная, а не ваша личная служанка. Так ты тоже можешь быть со мной на «ты». Вот тебе сколько лет? 30. Сколько? Да ладно. Короче, шампанское, свежие фрукты для тебя. Так что присаживайся, угощайся. Спасибо. Но нам запрещено выпивать на работе. Тем более Алексей Валерьевич подробно предупредил весь персонал отеля по поводу вас, Дмитрий Алексеевич. Да? И что же он сказал? Он сказал, чтобы мы не велись на ваши предложения и не потакали вашим капризам. Ничего себе. Я как раз хотел сегодня вечеринку организовать часиков 10. Тебя хотел пригласить. Вас. Придешь? Те. Я не люблю вечеринки. А в качестве официантки? Я хорошо заплачу. Хорошо. Я бы не соглашалась, но нужно кормить детей. Тебе что, и дети есть? Есть. Сколько? 3. Тридцать лет. 3 детей. Она ведь студентка. Я офигею. Оксана, ну прости меня, ну прости, я был неправ, слышишь? Ну, пожалуйста, у меня есть идея по поводу помолвки. Говори. У меня друг, мы с ним познакомились в Штатах, в общем, у него есть отель в Юрьеве. Ну, большой, комфортабельный. Ну, вот я вообще подумал, может быть, мы там отметим это все. Хочу. А когда ты ему позвонишь? Думаю, что сегодня поздно, а завтра позвоню и договорюсь. Как я люблю, когда ты такой. Какой? Папочка был прав. Тань! Тише, не ори. Что ты здесь делаешь? Ну, а как ты думаешь? В ночь с новым боссом. Только не говори Марине, я тебя умоляю, она меня уволит, ладно? Я вообще не знала, что здесь кто-то есть. Он спит без задних ног.
Кстати, как тебе черень? Правда, он классно играет? Не знаю, я там работала. Ну, такой котик. А в постели просто мяу. Рррр. Все, я быстро. Не берет. Спит, наверное. Да, кто это? Кирилл беспокоит, помнишь такого? Кирюха. Здорово, здорово, что позвонил. Да, ты прости, может быть, я тебя разбудил? Да не, не парься, это в горле пересохло. Сейчас я водички попью. Только что вернулся из Штатов. Мне бы хотелось с тобой встретиться, кое-что обсудить. Как на это смотришь? Ты говори, я слушаю. Это как у тебя со свободным временем? Не может быть. Не бывает же таких совпадений. Эй! А убрать? Убрать? Надо? Я соскучилась. Я очень соскучилась. Какой дом. Оставляй вещи здесь. Ага. Ну, как вы долетели? О, кошмарно. Это был самый худший перелет моей жизни. Да, как ты себя чувствуешь? Такая бледненькая. Ладно, ну, лучше не спрашивай. Да, а где Кирилл? А, вон в доме. Кирюш, выйди, мама приехала. Ты будешь чай или кофе? Нет, я завтракала. Слушай, ты мне когда говорила о его выставке? Через неделю. А что вы дальше планируете? Еще не решили. Он сначала хочет найти свою сестру. Это ту, из-за которой развелись его родители? Да, Данила. Здрасте. Здравствуй. Спасибо, что привез мою дочь, дорогой. Ну, вот пытаюсь выяснить, как надолго. Мамуля, а у нас скоро будет помолвка. Да, мы даже определились с местом. Да. Как я рада. Вот это новость. И молчала, главное. Ну что, дом? Да. Проходи, я тебе все покажу. Муж не ругался, что вы поздно пришли? Не ругался. Это же работа. Если я мало заплатил, я могу добавить. Нет, спасибо. А, я же вспомнил, у меня есть подарок для ваших детей. Минуту. Из Штатов привет. Медвежонка тоже? Нет. Медвежонка мама подарила, когда мне 3 года было. А это мячик красивый. В озере играть, в бассейне. У нас нет бассейна. Так приводите детей сюда, в отель. Я разрешаю. Я бы, конечно, и в Америку к вам приехала, но... Как все-таки чудесно, что вы решили отпраздновать помолвку здесь. Хорошо бы и свадьбу. Ну да, наверное. Ты же знаешь, у Оксаны такое хрупкое здоровье. Для нее каждый перелет прям стресс. В этот раз, кстати, не было панической атаки? Что-то вроде было. Как я с ней намучилась в детстве. Ты себе не представляешь. Она умудрилась переболеть всеми детскими болезнями. Кошмар.
Да, бедный мой цветочек. Теперь еще и... Нет-нет, Кирилл, ты не думай, я тебя не виню, нет. Кирюш, скоро будет еда. Осторожно, мне нож. Я голодная. Ну, потерпимая птичка. Еще 15 минут и будет готово. А можно побыстрее? А хочешь пока морковку? Хочу морковку. Со сметаной. Но тертую. Хорошо. Может, еще что-нибудь? Танечка, скажи, пожалуйста, когда ты подписывала соглашение о приеме на работу, ты его читала? Да, читала. Читала. Значит, ты сможешь ответить мне на вопрос, как называется учреждение, где ты работаешь? Агуна Грёз. И это? Отель. Отель. Молодец, Нина. Отель, а не бордель. Как тебе пришло в голову спать с начальством вообще? Ты понимаешь, как ты нас компрометировала? Теперь все будут считать, что у нас работают одни проститутки. Да что я такого сделала? Ну, он сам, между прочим, меня затащил. Не он, а Дмитрий Алексеевич. Это во-первых. Во-вторых, сам это не причина. И в-третьих, ты уволена, Таня. Садись, пиши заявление. Ну так все, между прочим, делают. Да, очень интересно, кто все. Может, Нина, Женя, Катя, кто? Скажи спасибо, что в твоем заявлении будет написано по собственному желанию. Без позорной записи в трудовой. Какая-то что такое? Подарили. Господи, одна проститутка, вторая с мячиком играет. Это же у нас. Ты меня слила. Таня, ты чего? Прости. Я знаю, что ты не могла. Просто я не понимаю, кто мог сказать. Мы там были одни точно. Никто меня не видел. Ну, Кирюш, как тебе здесь? Нравится? Вполне. Знаешь, только освещение не очень. Вот не могу себе что-нибудь придумать. Слушай, мне отчеты пришли по почте. Нужно их распечатать. А. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Здравствуйте, Алина. Это мой муж Кирилл Петровский. Очень приятно. Наслышано. Очень приятно. Ну, я надеюсь, нам удастся организовать вашу выставку на высшем уровне. Отлично. А, кстати, об уровне. А мы с мужем заметили несколько моментов, которые нас смущают. Мы можем обсудить? Конечно. Пойдемте. Кирюш, смотрись. Привет! Ты чего? Вы рассказали менеджеру, что были с Таней сегодня ночью. Что? А, Марине. Да, Марине. Ну да, она с утра спросила, все ли меня устраивает. Я ей ответил, что да, особенно горничная. Ну, что-то такое в этом духе. Таню уволили из-за вас. Да ладно. Мы же свободные люди в свободной стране. И я, и вы, и Таня. Переспать с девушкой, а потом стучать на нее начальница. Вам не кажется, что это подло? Не-не-не-не-не, никто не стучал, я просто пошутил. Пошутили, а Таню просто уволили. Да Марина, конечно, да? Полиция нрав. Хотите, я ее уволю? Вот что она себе вообще возомнила? Здесь я биг босс. Послушайте, если у вас есть хоть капля совести, пожалуйста, сделайте так, чтобы Таня осталась работать в отеле. Да подожди ты. Я все понял. Не тупой. Да. Так сразу и не скажешь. Кирюш, здесь будет висеть твой огромный портрет. Слиз. Почему? Потому что Нина так чуть не погибла. Эй, что случилось? Чем ты опять недоволен?
Оксана, зачем ты в разговоре с совершенно посторонними людьми называешь меня своим мужем? Ты произнесла это слово 100 раз. Ну, а как мне тебя называть? Мы же помолвлены. Мы не помолвлены. Что, ты можешь передумать? Нет, просто не было помолвки, вот и все. Ну, хорошо, а как я должна тебя представлять? Кирилл Петровский. Тебя не устраивает? Кирилл Петровский. То есть ты не хочешь, чтобы я обозначала наши отношения? Зачем обозначать наши отношения? Мы приехали сюда по делу, Оксана. Кирюша, прости меня, пожалуйста. Я не знаю, что на меня нашло. Так этот ваш новый начальник сын Ломакина? Угу. Капризный, избалованный мальчик. И, по-моему, совсем не умный. Ой, господи, как он будет целым отелем управлять? Откуда я знаю, мам? Меня это вообще не волнует. Ну, правильно. Ой. Ой. Тебе главное номера убирать. А он тебе хорошо заплатил за работу этой официанткой? Допустим, хорошо. А что такое? Ты вдала мне немножко. Я бы к Коле съездила. Мама, вот скажи мне, пожалуйста, ты что, ты разве не понимаешь, что мы не можем все деньги тратить на сигареты и на Колину тюрьму? Нам нужно заплатить за квартиру. Ты понимаешь, что нас могут выгнать или нет? А давай этот курс у психологии не отменим, а деньги, которые ты заплатила, мы заберем. Нет. К психологу ты пойдешь. Господи, я бы ему хоть немножко что-нибудь собрала, повезла. Он там голодает. Эй, треплетесь, значит, простаиваете? Дальнобойщики ждут. Ой, возмущаются, господи. Почему так долго? Уже несем, несем. Убери у меня там свинарник развели. Ну, с рестораном все понятно, работаем с местными поставщиками. В основном, да. А это счета за воду и электричество? Ничего себе, так много приходится платить. Придется придумать, как экономить. Знаете, Марин, давайте завтра продолжим, а? Как скажете, Дмитрий Алексеевич. И еще один моментик. По поводу горничной Татьяны. Не увольняйте ее, ладно? Я вообще не должен был вам всего этого рассказывать. Я, конечно, все понимаю, но ее поведение все равно считаю. Я был очень настойчив. Понимаете, девушкам и так очень трудно стоять перед моим обаянием. А вчера я, к тому же, был в ударе. Не могу не согласиться. Вы первоклассный диджей. Это ваше хобби? Что-то вроде того. Я рад, что вам понравилось. Мне так грустно. Почему тебе грустно? Все же хорошо. Все, как ты хотела. Я тебя очень-очень люблю. Мне кажется, ты со мной несчастлив. Я? Да нет. Я просто постоянно думаю о Нине. Мне нужно ее разыскать. В соцсетях смотрел? Ты уже спрашивал, не ответил. Ребят, может, поужинаете? Мама! Я очень плохо себя чувствую. Принеси нам сюда. Хорошо. О, спасибо. Пожалуйста, сколько их там еще? Ого! Иди работай, а? Мы домой доберемся. Ну ты мне тут.
Кто-нибудь еще? А что ты можешь нам предложить, малая? У нас есть рис с курицей, овощной салат, макароны с сосисками и фарш-мак остался. Салат давай тащи, рис, наверное. Ну, там глянем. А мне макароны с сосиской. Блин, да ты же не мог подождать, пока нас накормят. Ну, извини. Я сейчас приду. Че, обиделась, мам? Да ну что? Нормально посидели. Выпили, потом бы к машинке прогулялись. Что ты как? Первый раз, что ли? Руки свои убери от меня! Тихо, тихо. Руки, я сказала, убери от меня! Ты нормально? Это ж не твой муж? Поехали. Мужики, хорош! Там рис уже принесли. Я давно спортом не занимался. Сегодня как времени нет. Так бы они у меня выхватили бы. Да, я не сомневаюсь. Тихонечко. Еще немножко. Оп, все, стоять. Стоять. Не падаем. Аптечка, где у вас? Там, в шкафу. Сейчас. Вам нужно обязательно показаться врачу. Да ну, из-за такой ерунды. Это ж царапина. А если он вам нос сломал? Да нет. Когда нос ломают, сильнее болит. Я знаю. У вас бурное прошлое? Ну да, по-моему, тысячу раз получал. Накоплен опыт. Как вы вообще оказались в этой закусочной? Да ездил по Юрьеву на машине, катался. Изучал окрестности. Нина. А вы счастливы, Брокин? Счастлива. Жалко. А то пейте. Акову бы разорвал. Нина, а кто ваш муж? Чем он занимается? Почему вас это интересует? Ну, вы столько работаете. И в отеле, и в закусочной. Как вол пашете. А он что в это время делает? С детьми сидит? Вам уже легче? О, да. Значительно. Тогда мне пора. Как это? А если у меня обострение случится? Вам нельзя от меня уходить. Спокойной ночи. И спасибо вам. Вы герой. Да ладно, на моем месте так каждый поступил. Вас подвезти?
Нет. Григорий Яковлевич. Здрасте. Кирилл Петровск. Рад тебя видеть. С какими судьбами? Я думал, ты в Америке. Здрасте. Да вернулся. У меня выставка здесь. Вот. Буду рад вас видеть. Здесь место, дата, время. Все написано. Спасибо, постараюсь. Так ты стал известным художником, да? Прости, я очень далек от мира искусства. Ну, не знаю, насколько известно, но художником стал, да. Ну, это хорошо. Зайдешь к нам? В другой раз я вот хотел бы вас спросить, Нина в гимназию не заходила? Твоя сестра? Да. Не видел ее с тех пор, как вы отбыли тогда за границу. Точнее, с выпускного вечера. И вы ничего о ней не знаете? Странно. Я думал, она уехала вместе с вами тогда. Ну да, она уехала вместе с нами, но вернулась назад. Ну ладно, простите за беспокойство. До свидания. А у нас сегодня банкет. Банкет? Ага. Класс. Егоров так называет обычная пьянка. Кстати, а ты можешь не приходить? Он там своих официантами нанял. Так это же прекрасно. У меня сегодня будет свободный вечер. Вот. Вот и используй его с толком. В смысле? Сходи куда-нибудь с подружкой. Лучше это с другом. Мне вчера этот Дмитрий Алексеевич понравился. Ой. Настоящий мужчина. Медвежонок он. Ну чего ты? Ты тебя так вчера заступился. Таких парней в наше время днем с огнем. Да, это прекрасно. Только он мне не нравится. Нравится, не нравится. Ты смотри, так дел, как и останешься. А я, может, хочу с тобой жить. Или ты против? Да Господь с тобой, Ниночка. Помнишь, ты сегодня ты идешь к психологу? А, да, да. Помню. Помню. Что наш босс лично ее попросил. Это же прекрасно, я за тебя очень рада. И за себя, между прочим, тоже. Мне очень нравится с тобой работать. Я думаю, он на меня запал. О, боже.
Ну, иначе чего бы ему было вписываться? Тань, я тебе говорю, он на меня запал. Слушай, а неплохо было бы с ним встречаться. Умный, красивый, богатый. Ну, не бойфренд, а мечта, понимаешь? Mm-hmm. Слушай, ну, а потом еще, дай бог, и замуж позовет. Ну, а чего, бывают же случаи, а? Да. Ну, пока не позвал, надо пахать. Ну, давай увидимся. Давай. Да, у меня розы, да? Розы. Осторожно. Вообще не понимаю, зачем ты этим занимаешься. Я всегда думала, что тебя цветы интересуют только в виде букетов. Так надо, мам. Кирилл рассказывал, что у них всегда в доме росли цветы. И ему это очень нравилось. Еще за ними Нина ухаживала. А вы, кроме Нины, о чем-нибудь другом вообще говорите? Конечно, говорим, мам. Мне кажется, это пройдет, когда он ее найдет. Но ведь он еще не нашел ее, да? Ну, рано или поздно это случится. Могла же она сквозь землю провалиться. Слушай, мне кажется, неплохо получается. Ну да. Может быть, теперь меня Кирюша похвалит. Ты так стараешься ему угодить. Хотя, знаешь, может быть, ты и права. Мужчинам нравится, когда разделяют их вкусы, мании. Тогда они начинают думать, что по-настоящему близки со своей половиной. У нас встреча в 3. Ты забыла? Ой, я забыла. Я быстро. Сейчас. Красиво. Да. Заходим, заходим. В смысле? Ну, еще собирать будете? Да. Я с вами. Зачем? Сейчас все объясню, заходите. Я управляющий. А значит, должен понять, как работает отель. Вникнуть, так сказать, в его механизм, понимаете? Пока не очень. Но я собственными глазами хочу увидеть, а главное поучаствовать во всех процессах. Сегодня это уборка номеров. Завтра в ресторан зайду, посмотрю, как кухня работает. Ознакомлюсь с меню. Потом в прачечную, ну и так далее. Ну, ладно, теперь понятно. В принципе, имеете право. С чего начнем? Ну, раз вы с пылесосом, давайте, наверное, вы пропылесосите, а я пока вытру пыль. Окей. Можно? Да. Вы с Оксаной снова в ссоре? Вроде нет. Тогда почему она опять плачет? Не знаю. Ну, наверное, настроение такое. А я вот думаю, что ты с ней слишком резок, Кирилл. Я бы так не сказал. Все-таки будь с ней помягче. Я тебя очень прошу, потому что если она снова предпримет попытку... В общем, я этого не выдержу. Послушайте, ну, я и так пытаюсь максимально ее не огорчать. И... Ну, не могу же я скрывать все свои эмоции. Я понимаю, Кирилл, я понимаю, но все-таки я тебя очень прошу, пожалуйста, будь с ней помягче. Я тебя очень прошу. Я постараюсь. Значит, в Америке вы изучали гостиничный менеджмент? Ну да. Ну только потому, что отец настоял. Мне это казалось все очень скучно. Но это в теории. На практике все оказалось куда веселее. А вы любите свою работу? Я, конечно, не собираюсь всю жизнь быть горничной. А чем бы вы хотели заниматься? Я не знаю. Пока еще не определилась. Нин, вы простите, конечно, но в вашем возрасте до сих пор не определиться, это...
Митя, дело же не только в возрасте. Hello, Митя. Ты теперь горничный? Здравствуйте, Татьяна. После всего, что между нами было, мы теперь на «вы»? Со мной такое впервые. Благодаря вам моя смена закончилась намного раньше. Ну, видите, какое? Просто чудо. До завтра. Нин, раз так удачно складывается и у вас появилось свободное время, может быть, сходим куда-нибудь вместе? Извините, я не могу. Ну, тогда, может быть, я вас провожу. Ну, в смысле, на машине подброшу. Где вы живете? Дмитрий Алексеевич, до завтра. Привет, Ларочка. О, привет, родная, ты чего плачешь? А, нет, нет, это аллергия. Просто глаза красные, слезятся. Ага, ясно, сочувствую. Вообще, как дела? Все хорошо, готовимся к помолвке. Ты же приедешь? Не знаю, но постараюсь. Вы уже придумали, где будете отмечать? А, да, ты же не знаешь, мы нашли очень классное место на курорте. Круто? Класс. А где именно? В Юрьеве. Да, там какой-то отель у друга Кирилла. В Юрьеве. А этого друга случайно не Митя зовут? А, Митя, да, его зовут Митя, а фамилия? А, Ломакин. Черт. Что такое? Да ничего, просто Митя — это мой первый бойфренд, моя первая любовь. Они благодаря мне с Кириллом и познакомились, я рассказывала, ты не помнишь? Это тот парень, из-за которого ты страдала? Да. Ого. Будет весело. Ну все, Ларочка, приезжай. Да, конечно. Ларисочка, чего так рано? Твои таблетки. Ух ты, я и забыл. Папочка, мне нужно уехать. Куда? У Оксаны с Кириллом помолвка, и они очень просили меня приехать. Прямо умоляли. Все-таки она его уговорила. Угу, угадала. И надолго ты? Не знаю, может, на несколько дней. Ну да. Ну что ж, поезжай. Поздравь их там от меня. Обязательно. Только что недолго. Ты же знаешь, я без тебя как без рук. Конечно. Да? Наконец-то, мам. Ты что, все-таки поехала к Коле? Да, Ниночка, поехала. Прости, я там деньги Коле на продукты взяла. Не бойся, там еще осталось. Мам, ну я же тебя просила. Я не понимаю, почему каждый раз происходит одно и то же. Ты в курсе, что нам завтра по кредиту платить? Ну, что-нибудь придумаем. Так больше не может продолжаться. Почему мы вдвоем должны работать как проклятые, просто ради того, чтобы задержать Колю?
Знаешь, как ему там плохо в тюрьме. А ты вспомни, почему его посадили, мамочка. И... Гости приехали, а жениха все нет. Бонжур, Дмитрий Алексеевич. Вы такой нарядный сегодня. Ваш что, день рождения? Друг с невестой решили помолвку отметить в нашем отеле. Вот встречаю. Понятно. Ну, хорошо вам отпраздновать. Спасибо. Как он на тебя смотрит? Он на всех так смотрит. Нет, поверь мне, он только на тебя так смотрит. Слушай, я для него очень молодая. Я тебе потом объясню. Кирюха, очень рад, что ты здесь. Добро пожаловать в отель «Лагуна Грёз». Ну и название. Оксаночка, не капризничай. Нормальное название. Вам понравится. Знакомься, это моя невеста, это ее мама. Валентина Борисовна. Митя. И сестра жениха, Лариса. Очень приятно. Как девочка работает? Вы прекрасно выглядите. Спасибо. Спасибо. Угу. Здравствуй, Митя. Ты что, меня боишься? Да нет, почему? Я просто не ожидал тебя встретить. Почему же? Я родная сестра Кирилла. Оксана моя подруга. Вполне логично, что я прилетела на их помолвку. Но твоих родителей же здесь нет, правильно? Это другое. Они у нас в разводе и сейчас заняты выяснением отношений. Им не до помолвки. И так весело. Давай выпьем. Нет, я не хочу. Странно. Раньше ты никогда не упускал возможности выпить. Раньше. Теперь все иначе. Что же изменилось? Извини. Алло, Нина, это Митя. Дмитрий Алексеевич. А почему вы так дышите? Случилось что-то? Нет. Послушайте, что вы сейчас делаете? Работаю, что же еще? А вы можете... В холл спуститься прямо сейчас. Случилось нечто ужасное. Непоправимое. Хорошо. Ты замечательно выглядишь. Ужас. Ну, просто красавица и красавица. А ресторан там. Ты ждешь кого-то? Ага, я сейчас к вам присоединюсь. Давай. Да. Да ну вы можете мне сказать, что происходит или нет? Я люблю тебя. Что, не ожидал? Я сам не ожидал. Я никогда не влюблялся, я просто брал и получал то, что хотел. А потом бросал, если девушка мне надоедала или с ней скучно становилась. Но с тобой все по-другому. Вы же меня почти не знаете. Наоборот, мне кажется, я знаю тебя всю жизнь. Пусть у тебя есть муж, пусть у тебя есть дети, я все равно буду за тебя бороться. Это бессмысленно. А я попробую. Извините, мне нужно идти работать.